Ну что ж, братишки, всем доброго времени суток, у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в КС-очку и продолжаем играть сегодня на чудесном и замечательном зомби-серии под названием Zombie Gold. Здесь новое зимнее обновление, ребят, новые ножи, новые зомби-классы, вообще новые пушки. Также здесь три бесплатные привилегии всем, поэтому перед началом ролика влепите лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов, потому что уже со следующего видеоролика я буду для вас сливать, подарочки, короче, приколюхи. Вот кто первый посмотрит видеоролик и найдет там какой-нибудь код, в принципе, в видосике я вставлю его. А кто первый нажмет на колокольчик, то есть зайдет на видео, посмотрит, и тот получит приколюху классную. Поэтому, братва, дерзайте. Вот, давайте сразу же начнем с гранат. Граната огненная такая, граната заморозочка такая. Также можно режимы включать, мгновенный, там, сенсор и так далее. Ножи давайте посмотрим. Самое интересное тоже, Knives. Мне они очень понравились. Когти, получается, для випов, вот вам бесплатно будет. Катаны также для кристалл привилегии. Ой, для магов. Вот такие. И, в принципе, лазеры X-масс для кристалла. Посмотрите, как они сделаны. То есть новые. Я таких нигде никогда не видел. Далее у нас идет секира Гранд Пламя. Далее идет, для привилегии Гранд, в принципе. Космос для премиума. Кракен для бафов. Далее Галактика для лордов. Повелитель для делюксов. И, в принципе, последний нож — это голд для гамбитов. Вот такой, пацаны, новогодний. Но я возьму секиру, она мне тоже очень понравилась. Закупим себе сейчас брони, маску от вируса. Покажу вам все пушки, которые здесь есть. Вот, в принципе, пистолетики идут у нас, автоматы, эмочки всякие, калашики, дол-бластеры такие вот, пацаны. Ну, в принципе, магазинчик довольно-таки неплохой. Кстати, вот эта пушка, я хочу ее затестить. Как она вообще, сколько хпшек-то сносит. Ну, блин, довольно-таки неплохая на самом деле. С ней можно играть. ВСК-шка, так, давайте посмотрим на урончик. По 100 хп, в принципе, сносит. В голову вообще по 450, мужики. То есть имба лютая, можете вот спокойно брать и играть. Далее, после ВСК-шки у нас идет Скул 5 Холли. Это, кстати, смотрите, какая ВПшечка, пацаны. Блин, стоял бы зомбак, я бы потестил на тоже по 400 хп, вот по 500 даже сносит. Давайте, блин, практически завалил его. Ну ладно, ну классно выглядит. Реально золотая такая палица, вообще прям шикарно, пацаны. И последний у нас это пулемет Неон. То есть за 180 биткоинов. Здесь валюта в биткоинах. То есть не амопаки, а биткоины. Ну прикольно тоже сделано. Давайте, пацаны, вот пистолетик еще, все вот это повыбрасываем. Сейчас новый раунд у нас начнется. По классам зомби здесь шаман, пират, ящер, ледяной, огненный, вирус, циклон, телепортатор и люкс для гамбитов. Я вот взял две способности на R и на G. Скорее всего, полет и невидимка. Так, начало нового раунда, пацаны. Кстати, вот здесь карта прикольная, я ждал ее, пока она сменится, не вспомнил, как называется. Вот такие здесь проходы, ну классно, такая атмосферная, то есть, ну, выглядит красиво, вот согласитесь. Напишите от 1 до 10, как вам карта. Вот мне вот эта локация очень нравится, такая, ну, прикольно на самом деле. Вот, поэтому как-то так. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Цены на привилегии покажу вам сразу же перед началом ролика. Если захотите купить привилегию, goodks.soy, все ссылочки будут в описании. Вот цены. Если вы захотите купить какую-либо привилегию повыше, чем у вас, вот три бесплатно будут. То есть вот все ссылочки на онлайн покупку привилегий будут в описании. Так, дальше, что у нас? Меню игрока, здесь меню мин, квесты, тут топ-15, купить донат на месяц, навсегда, короче, вот все приколюхи, зайдете, посмотрите, управление зомби-модом, так, сделаю зомби-человеком, веном, снайпером, миксмод меню, это выберите цвет свечения, вот можем поставить по умолчанию, давайте, к примеру, красный поставим, да, выберите цвет линии, зеленый можем поставить, а почему линии за мной нету, выберите модель. Кстати, вот модельки игроков можно выбирать, чужой, отличный, красный глаз, конец дня, давайте, это походу настройка лазерных мин, пацаны, да, выберите спрайт, вот к примеру, пунктирный, шито, треугольник, двойной луч,
спираль давайте поставим, сделать мину невидимой можем ставить, и автобинды, получается, установить лазерную мину, вот одну, вторую, вы установили одну лазерную мину, только можно ставить. Ну вот, такие вот мины, пацаны, то есть прикольно тоже. Направьте прицел на стену, так, все, понял, короче, вот, пацаны, такие вот лазерные мины. Очень классно. Погнали смотреть менюшку привилегий. Вот, VIP-меню. Что вам будет здесь доступно совершенно бесплатно? Взять броню, жизни, биткоины. Получается, вот такие вот пушки золотые. Эльфы всякие. Вот, эмочка эльф и калашик эльф в золотом стиле таком. Менюшка мага. Гвардиан. Я вот сейчас вам покажу, какая здесь пушка есть. Очень мощно, пацаны. И совершенно бесплатно вам будет доступно. Менюшка кристалла. Здесь АК-47 Инсайт. И, в принципе, эмочка Инсайт. Так, кстати, куда он полез? Братанчик, куда ты полез? Сейчас мы тебя завалим. Быстренько берем эмочку. Еще с эмочки. Вот, по 200 хп эмка сносит, пацаны. Это тоже имба люта. Вот, посмотрите, как хпшка отнимается. Вот, в голову стреляете. Просто получается неимоверно крутой урончик. Менюшка Гранды. Здесь у нас получается Poison Dragon. Вот, пацаны, вот эта вот пушка очень мощная. И АВПшка L. Смотрите, сколько здесь арбалет данный сносит. Нам нужно зомбака только найти. Сейчас я вам продемонстрирую, вы будете в шоке, пацаны, она реально очень-очень мощная. Вот, по 600 хп сносит, пацаны, по 700 даже, можно сказать, если в голову стрелять. По 700 хп просто за секунду. То есть вы убьете зомби за 5 секунд, вот особенно которые АФК стоят, АФКши, да. Это прям будет, ну, очень-очень мощно и, ну, как по мне, так очень классно. Дальше менюшка премиума, здесь эмочка барлок, дальше дабстеп ган, балрок, вот правильно, и Танатос Торнадо. Далее у нас идет менюшка бафа, здесь плазма, тандергард, что, короче, не знаю, и вот такой калаш. Кстати, вот этот калаш тоже нехило так снимает хпшечку. Так, как нам продемонстрировать? Я вот до видоса играл чутка, проверял. Ну, блин, короче, нужно в ФКшных зомби стрелять, чтобы вам показать. Короче, тоже где-то около 700 хп сносит в голову. Еще второй режим есть, вот который по 1000 хп сносит. Тоже очень классно. Менюшка лорда. Здесь сможете брать феникс, старчейзер и джетпак. Также бесконечные патроны включать, выключать. То есть, ну, классно тоже. Вот, Старчейзер. Вот это самая мощная пушка на сервере, я считаю. Вы спросите, почему? Сейчас я вам докажу и покажу. Так, бесконечно патроны, без задачи, все, у нас включено, нет? А почему у нас не включено? Включить, ну, опа, все. Ну и чё? А, вот, все, сейчас работает, все, отлично. Так, все, пускай инфекция сейчас распространяется. Покажу вам оставшуюся менюшку. Это менюшка Делюкса. Здесь вот перчатка получается. Данный пистолет, диск и, в принципе, вот этот дробовичок. И также управление зомби-модом. Так. Так, пускай он... Отдай, плиз. Так, пускай отдаст мне. Вот. Все, я забрал свой старчейзер. И последняя менюшка Гамбита. Здесь тоже довольно-таки большое количество пушек. То есть это получается вот эти вот сердечки. Дальше акула идет, то есть M3 Big Shark с двойным режимом, грубо говоря, да, вы все прекрасно знаете. И, в принципе, вот это вот Link Gun, тоже скорострельный автоматик, и Dragon Lore, то есть вы также прекрасно знаете, но мы взять его не можем, потому что я брал его. А где мой старчейзер, пацаны? Я, походу он заспавнился. Окей, он получается в менюшке Гранда. Вот, Poison Dragon. Нет. А где я, пацаны, посел? Так. Где он? В какой менюшке он находился? Блин, хотел вам показать и просто засейвился. Так, M7. Где менюшка? M75. Дабстеп. Не знаю, пацаны, я что-то посел. Не знаю, с чем это связано. Вот, сейчас по-новому попытаемся найти. Менюшка кристалла, нет, M74. Poison, нет, N75. Здесь, возможно, будет... Так, это не то. А где, пацаны? Где эта пушка? Так, снайпер у нас, окей. Давайте тогда пропишем MX-мод меню. И... А, нет, не то. Нам нужно M9 сделать зомби-человеком, вот.
Сейчас я вам покажу этот урончик. У нас еще 24 на 2. Я вот до видоса еще снимал, играл. Ну, точнее, играл, просто смотрел, что да как на сервачке. Я, походу, вспомнил. Короче, она вот здесь. Плазма, Танатос... Нет, снова нет, пацаны. Во, Старчейзер нашел. И также джетпак еще возьму. Джетпак вот такой вот, пацаны, стандартники. Так, бесконечно патроны у нас включены или нет? Нужно включить их. Опа. Так, а что они не включают? Во, все, включились. И сейчас я вам покажу, сколько здесь сносит хпшек Старчейзер. Пацаны, вы будете в шоке, просто смотрите. Так, по 4000 хп. Как вам такое, пацаны? Как вам такое? Вот если с расстояния стрелять, то не сильно много, но если прям в голову вы нацеленно стреляете, то по 1500, по 4, вот 3900 снимает однозначно. Вот, просто вы можете... Это намного имбовее, чем снайпер, то есть выживший. На сзади кто-то стреляет, убивает. Поэтому нужно аккуратненько быть. Так, что-то у меня пролагалось слегка. Вот, смотрите, в голову, к примеру, нацеливаемся. Ну, в голову нацелился, вот, 3400, короче, сняло, имбово, пацаны, вот, просто спрыгнули и завалили зомбака, можно сказать так, вот. Подарочки также копим, вот так собираем, ходим, у нас уже 1600 биткоинов, 1660, вот, и всех зомбаков вот подряд вот так сможете валить, и нас сзади завалили, инфекция поглотила весь мир, вот. То есть прикольно, пацаны, реально, если у вас будет желание зайти поиграть, тем более 3 привилегии бесплатно для всех, заходите, будем вместе с вами играть, все ссылочки на сервачок будут, как всегда, в описании. Так, вот всех веном мы сделал, вот, просто все веномы катаются, бегают по этой карте. Потом, пацаны, все, с вас лайкос, подписка на канал, нажимайте на колокольчик за 3 бесплатные привилегии, ну а с вами был Рамзай Сидела, всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока, пока-пока-пока-пока.